Коллеги, мне предстоит в течение ближайших 15 минут ознакомить вас очень кратенько и быстро с тем, как организован рынок сои в России и мире. Это довольно сложно сделать за такой короткий период, но я все-таки постараюсь. Значит, во-первых, начнем с общих вещей. Это мировой экспорт. Вы видите, что здесь доминирование, собственно говоря, двух больших регионов. Все это Америка. Значит, и вы видите, что экспорт сои в последние годы, даже последние десятилетия, он очень сильно рос. Значит, выскочил на уровень примерно 160 миллионов тонн. Значит, и доминируют на этом рынке две страны, одна из которых, значит, наращивает очень серьезное производство, наращивает очень серьезный экспорт, это Бразилия. Вторая интересная особенность состоит в том, что экспорт еще идет соевого шрота. Ну, вы все очень хорошо знаете, что выращивают сою не для масла, а для шрота. И вот его экспортируют поменьше, существенно, примерно 70 миллионов тонн. И здесь у нас заправляет бал две страны. Это Аргентина номер один и Бразилия номер два. Соединенные Штаты потихонечку сдают свои позиции. Значит, если говорить об импорте сои, то он устроен, так сказать, очень интересно. Процентов 60 импортирует всего одна страна. Это Китай, на который все смотрят, на который все равняются. Вы видите, что грандиозные объемы, а все остальные такие вот достаточно мизерные объемчики. А если говорить об импорте соевого шрота, то здесь картинка выглядит немножко по-другому. Вот те же как бы 70 миллионов тонн, значит, и они распределяются. Два крупных региона. Это Европейский Союз и Юго-Восточная Азия, на которое приходится больше половины всего объема импорта. Значит, теперь несколько слов о России. Значит, самая главная, пожалуй, для нас с вами новость большая, она стоит в том, что у нас постоянно растут посевные площади под масличными. Значит, и только в этом сезоне, впервые за многие годы, вы видите, произошла небольшая просадочка, потому что производители в двух отраслевых сегментах, это прежде всего лен и до определенной степени рапс, нарвались на крупные неприятности. Значит, у них были очень серьезные проблемы со сбытом, с маржой. И в этом сезоне у нас произошла просадочка по ним. Но если посмотреть на две крупнейших культуры, подсолнечник и соя, то мы видим, что здесь очень серьезное, так сказать, все остается на месте, а соя вообще выскочила на рекордные посевные. Вот зелененьким обозначено. То есть соя продолжает прибавлять очень серьезно. А это наша текущая оценка урожая. Как вы знаете, итоги еще только подводятся, а уборка подсолнечника, она продолжается. И она перейдет, как уже обычно в нашей стране, в весну. И мы ожидаем, что будет собран очередной рекорд по подсолнечнику. 16 миллионов 700 тысяч. Но обратите внимание на сою. Мы здесь собрались из-за сои с вами, посмотрите. Значит, наша текущая оценка — это, ну, туда уже ближе к 7 миллионам тонн. Значит, несколько лет назад было даже невозможно представить, что это возможно. Но, тем не менее, вот и невозможное возможно, в стране возможностей больших, как говорил поэт. Это то, что происходит с урожайностью. Значит, в принципе, если сравнивать с урожайностью в других таких крупных производителях сои, в том числе, кстати, в соседней Украине, то мы здесь остаемся, так сказать, плетемся в хвосте. Вот эта красненькая линия внизу, видите, да, это средняя урожайность сои. Значит, но
посмотрите на то, что называется CAGR, вот эта табличка справа. Это среднегодовые темпы прироста. И вот если посмотреть на среднегодовые темпы прироста за последние, 12-13 лет, да, мы с вами видим, что здесь Россия всех опережает. Значит, урожайность прет вверх очень серьезно. Но сравнимо с нами только соседняя Украина. Но это отдельная история. Значит, теперь, если говорить об урожайности сои в России, то здесь выделяется как раз тот регион, в котором мы сейчас присутствуем, центрально-черноземный регион, который, так сказать, тянет за собой всех остальных, значит, и показывает очень серьезный прирост урожайности. Почему это, так сказать, я думаю, что вы знаете гораздо, гораздо лучше меня. И, собственно говоря, почему вся вот эта динамика бешеная абсолютно, вот о чем вся эта песня, значит, я думаю, что объясняет, в значительной мере объясняет это дело вот этот слайд. Это динамика производства, экспорта и импорта мяса в нашей стране, потому что соя, еще раз повторюсь, вы все знаете, она выращивается не из-за масла, а выращивается она из-за соевого шрота, да. Пытались найти, многие десятилетия продолжают пытаться найти какую-то замену этому делу. Значит, замены не придумывается. Соевого шрота нужно все больше и больше. Значит, и посмотрите, что произошло с, так сказать, с динамикой мясного сектора. В 2008 году, в далеком 2008 году, наша страна была крупнейшим импортером мяса в мире. Крупнейшим импортером мяса в мире. Значит, и сейчас мы экспортируем мясо больше, чем импортируем. Уже примерно третий год подряд, мы экспортируем мясо больше, чем импортируем. И плюс еще сама динамика производства, она прет и прет вверх. Не далее, как вчера, я выступал на Союзе свиноводов России. И там Юрий Иванович Ковалев, руководитель Союза, объявил в очередной раз, что, несмотря на все их усилия, они пытаются тормознуть, значит, производство свинины, рост производства свинины в России. Уже в течение последних 5 лет. Зачем они это делают? Для того, чтобы как-то сохранить свою маржинальность, маржу, да? Потому что боятся напороться на переизбыток и на падение маржинальности, да, у свинокомплекса. Значит, так вот, из этого пока ничего не получается. В 2023 году опять, значит, у нас производство свинины в живке вырастет больше, чем на 300 тысяч. И есть очень серьезное, ну, в кавычках, так скажем, опасение, что и в 2024 году этот праздник продолжится, и они опять выходят на 300-400 тысяч прибавки в живке. Ну вот если мы эти 300-400 тысяч прибавки в живке переведем на корм, да, там 1:3 примерно, да, сейчас составляет, и посмотрим, а сколько нужно под это дело подогнать соевого шрота или полножирки, или еще чего-то, да, значит, мы видим, что все это, вот этот праздник, он продолжается. При этом, заранее скажу, здесь нет этого слайда, но, коллеги, самое важное для нас с вами состоит в том, что Россия, несмотря на бешеный рост вот производства сои, да, вот на этот, да, оранжевый, значит, все равно недопотребляет, страшно недопотребляет сою. Поэтому вот на этом слайде, значит, очень хорошо видно, что мы очень много его... Оранжевые столбики – это импорт сои и соевого шрота за последние там 12 лет, да? И вы видите, что импорт колоссальный, но посмотрите на объемы производства и экспорта. Они тоже растут бурно. И примерно в прошлом сезоне произошло значимое, очень интересное событие для нас с вами. Оно состоит в том, что объем нашего экспорта сои и соевого шрота превысил объем импорта. И это очень важный момент, потому он случился не за счет центра, он случился за счет Дальнего Востока, который только и занимается тем, что, так сказать, экспортирует
Но, тем не менее, вот это состоялось. Это очень важный, знаменательный для нас момент. Ну, вот этот слайд, значит, я его, наверное, быстро проскочу. Это регулирование, как у нас регулируется, вот три сегмента, значит, государством. Скажу только, что еще три года назад этого слайда не должно было, не могло существовать, потому что ничего этого не было. Значит, государство преследует две, значит, стратегические цели. Первое – это удержать цены на подсолнечное масло и на все масла, значит, на определенном уровне, не давать им вырваться за пределы. Это первое. И второе – это направить все то, что вы производите, на внутреннюю переработку, не дать, так сказать, вывозить все это в виде сырья. Ну и вот, собственно говоря, за счет таких действий государства и за счет действий частных компаний у нас идет вот такая прибавка – это перерабатывающие мощности. Значит, здесь присутствуют компании, которые, так сказать, изнутри все это видят. Это и Мираторг, и Эвка, и Содружество, и Черкизово. Значит, вот идет бурный прирост мощностей. Не только, конечно, по переработке сои, но и по подсолнечнику и рапсу. Но соя здесь занимает чрезвычайно значимое место. И загрузка вот этих новых мощностей, мы вынуждены каждые там 2-3 месяца этот слайд пересматривать, потому что вводятся все новые и новые мощности, и то, что здесь, допустим, нарисовано, уже возможно, что частично устарело. Но тем не менее, значит, нам нужно дополнительно примерно от половины до 1,5 миллионов гектаров под масличными, прежде всего соя, ну, до определенной степени подсолнечник, но вы понимаете, что там есть серьезные ограничения по севообороту, для того, чтобы удовлетворить спрос переработчиков. Значит, как устроен рынок сои по макрорегионам? Восток справа, значит, это все пока китайская тема, китайский экспорт, да? 1,2 миллиона тонн в этом году традиционно будет отгружено, не ГМО сои. И Китай импортирует 100 миллионов примерно ежегодно. Мы туда грузим 1,2 миллиона. И казалось бы, это, ну, ерунда. То есть, ну, как бы в рамках погрешности, да? На самом деле это не совсем так, потому что Китай производит всего миллионов 15-17 не ГМО сои. А наша соя с Дальнего Востока не ГМОшная, да? Поэтому вот эта прибавочка, казалось бы, небольшая, миллиончик, она для Китая довольно важна и довольно, так сказать, если бы ее не было, то она, это было бы довольно для Китая некое событие, да, которое бы он заметил. Теперь, если посмотрим на Запад, то здесь вы видите, что есть совсем небольшой экспорт по сои, но это в основном в Беларусь, поскольку в другие места, так сказать, она не проходит с пошлиной. И бешеный рост производства. Прежде всего в центральном черноземном регионе, в Поволжье. Но импорт, вы видите, что остается на очень высоком уровне. Так, давайте пролистаем этот слайд для скорости. Это мировые цены на раст масла. Бог с ними. А это более интересная штука. Мировые цены на широта. И вы видите, что у нас за последние пару лет состоялось два очень важных события. Значит, первое – это засуха прошлого года в Аргентине, которая очень серьезно поддержала мировые цены на широта. И в этом году это крайне такие несуразицы с погодой в Бразилии, которая тоже, видите, вот справа там идет, да, поддернули очень серьезно цены на широта на мировом рынке. Значит, наша соя, сейчас я вам покажу, наш соевый шрот на это дело реагирует один в один. Значит, рапсовый шрот тоже довольно сильно поддергивается. Ну, а подсолнечный, его так много у нас. И, значит, импорт, экспорт не столь такой грандиозный, что он реагирует на это довольно слабенько. Вот, коллеги, интересный слайд, который показывает цены в мире и в России на шрот. Я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Первое. Смотрите, ну, по сути, все идентично, да?
То есть мы очень сильно зависим, как ни странно звучит, от всяких Бразилии и Аргентин, да? Потому что мы находимся на европейской территории России в так называемом импортном паритете. То есть наша цена на сою и на соевый шрот – это то, сколько стоит доставить из Бразилии куда-нибудь на Содружество, да, переработать и привезти на европейскую территорию России. Вот, собственно говоря, это наша цена с вами. И она выше, чем у аргентинцев в данном случае, да, потому что это еще и стоимость доставки. И посмотрите, есть определенный лаг еще, да, то есть в Аргентине растет, у нас через некоторое время, значит, рост. В Аргентине падает, у нас через некоторое время падение. Значит, еще один момент очень интересный. Посмотрите, у нас такой избыток, ну не то что избыток, но так много теперь производится сои на европейской территории, что вот эта разница, которая была огромной еще пару лет назад, она уже, видите, вот справа вот здесь вот, о, видите, справа, да, вот она уже нивелирована. Это очень важный, интересный момент. Ну вот, собственно говоря, здесь показывается, как шрот влияет, цены на шрот влияют на наши цены на сою, то есть на вашу доходность. Значит, коллеги, ну, так сказать, хорошая новость у нас состоит в том, что последние два сезона, как вы видите, в силу многих причин, времени у меня нет об этом говорить, но смотрите, соя ведет себя гораздо лучше, чем рапс и подсолнечник по цене. Видите, она выскочила, то она все болталась ниже рапса, но выше подсолнечника, да? Предыдущие сезоны. Последние два сезона, значит, она у нас торгуется с премией по отношению к рапсу и подсолнечнику, и по нашим оценкам, значит, дает максимальную, по сравнению с другими масличными культурами, при прочих равных условиях, максимальную доходность. Здесь есть один нюанс, о котором, наверное, вы знаете гораздо лучше, чем я, но мы на него очень внимательно смотрим в этом сезоне. Это то, что у нас в центре очень разное качество, то есть очень разный протеин. И сейчас наши заводы в центре занимаются переработкой хорошей сои с высоким протеином. Вопрос возникает очень интересный, что будет с ценами на сою и с ценами на шрота и вообще с протеином. Ближе ко второй половине сезона, особенно к концу, значит, этого второй половины, когда у нас хорошего протеина, наверное, не останется или будет очень мало, и нужно будет перерабатывать сою с низким протеином. Это такой вопрос, на который у нас пока ответа нету, но он появится на каком-то этапе, да? Подвожу итог. При прочих равных производство сои будет расти, просто потому, что ну, мы не докармливаем пока животных по протеину. Вот я об этом, так сказать, мало говорил, но поверьте, если сравнивать, допустим, с нашими конкурентами, Западная Европа, Соединенные Штаты Америки, те же бразильцы, те же аргентинцы, сколько они кладут в животного, да в животное, да, соевых продуктов, и сколько мы кладем, у нас еще пока это детский лепет. Примерно в два раза меньше. У нас кладется соевых продуктов, чем у наших конкурентов. Значит, продуктивность по сое росла быстрее существенно, чем у конкурентов. И также, скорее всего, продолжит расти. В центре соя показывает себя как наиболее устойчивая масличная культура. И некоторый неприятный момент, который он наступит не мгновенно, он будет потихонечку подходить, да? Он связан с тем, что вот так мы переходим от импортного к нейтральному паритету, так называемому ценовому. Вот я еще раз вернусь вот сюда. Вот видите, к чему это ведет? Это ведет к тому, что у нас не будет премии, значит, по отношению к нашим конкурентам из Южной Америки. То есть будет некий избыток. По сое, но это еще не скоро. Но в любом случае нужно к этому готовиться и повышать устойчивость и продуктивность. Спасибо.
Дмитрий, спасибо. Я хочу напомнить, что мы в любом случае поделимся презентациями спикеров со всеми вами. И сессию «Вопрос-ответ» мы оставляем на конец мероприятия. Можем пообщаться с каждым из спикеров. Плюс у нас будут довольно-таки большие промежутки в кофе-брейках по 20 минут. А сейчас мы с вами двигаемся дальше в тайминге. И я передаю слово моему коллеге группы компании «Черкизово». У нас Дмитрий сменяет Дмитрия. Спасибо большое. Спасибо большое. Рад всех приветствовать. Хочу немного рассказать сначала о нашей компании. Вот мы являемся лидерами по производству мяса в России. Занимаем второе место по производству птицы, девятое по производству свинины, четвертое по производству колбасных изделий и первое место по производству комбикормов. У нас в активе МЭС, 12 элеваторов и 12 заводов по производству комбикорма. Именно из-за того, что наши комбикормовые заводы употребляют большое количество соевого шрота и соевого масла, был реализован проект МЭС в городе Елец, Липецкая область. Он был запущен в сентябре прошлого года. В данный момент мы находимся между двумя этапами, да, то есть уже ушли за 1500 в сутки переработки, но еще не вышли на 3000. Идем к этой цифре. В активе мы имеем силоса для хранения гидроваренного 200 тысяч тонн. 30% потребности сои нам обеспечивают наши доблестные простеневоды, вот, которые сейчас, кстати, в зале. Большое им спасибо. Вот, мы не используем сырье с ГМО. В прошлом году мы запустили проверку каждого транспортного средства на ГМО. И нужно сказать, что мы не выявили ни одного случая, да, поступления сои на МЭС ГМО, хотя боялись, что там из новых регионов может к нам заедет, но вся соя чистая, поэтому большое спасибо, кто производит сою, что в этих рамках вы работаете. Мы занимаем примерно 23% доли переработки от всей переработки в РФ. Ну, максимальная мощность переработки нам позволяет производить вот такое количество продукции нашей. То есть это соевое масло, соевый шрот, соевая оболочка и лецитин. Более подробно хотел остановиться на проблемах заготовки сои в этом сезоне. Так как мы практически всю продукцию производимую используем в целях производства комбикормов для своего животноводства, для нас эта проблема стоит очень остро. Думаю, что в рамках сегодняшних дискуссов мы сможем эту проблему обсудить. Я уже общался с коллегами из Псингента. У них есть меры и препараты для борьбы с этой проблемой. Поэтому, если у кого-то есть такие проблемы, рекомендую к ним обратиться. Также, наверное, основная проблема, которая коснулась всех, это низкий протеин в сое, особенно в ЦФО. Вот. По нашим данным, мы сделали более 1000 образцов сои в центральном регионе. Около 50% сои с сырым протеином ниже 34%. Так как из протеина, так как протеина 34-го недостаточно для производства высокопротеинового шрота, возник дефицит сои с высоким протеином, что повлияло на снижение цены на низкий протеин. Об этом чуть подробнее я дальше продолжу. Третья проблема, с которой мы столкнулись, особенно в начале сезона, это поступала соя с влажностью ниже 9%. Использование сои с влажностью ниже 9% приводит к проблемам с технологией, то есть при формировании лепестка для последующей экстракции он крошится, это снижает выход готовой продукции и увеличивает себестоимость производства. Также мы ведем пока свой учет
протеина в сое и в шроте в пересчете на сырой протеин. Вот. Но при том же АСВ, при увеличении влажности, при хранении, да, сои, сырой протеин падает, и мы имеем на выходе нестабильный протеин в шроте. Поэтому, скорее всего, мы со следующего сезона перейдем на учет протеина в АСВ. Ну, дальше хотелось бы еще раз посвятить момент, о которых уже говорил Дмитрий. Да, у нас будет прикормный урожай. Это вот данные на 1 декабря. Уже собрано почти 7 миллионов тонн. И львиную долю в этот рекорд внесли аграрии из ТФО. В регионе уже собрано 3 миллиона 625 тысяч тонн. Это почти на миллион больше 2022 года. Уборочная еще идет. Я думаю, что мы, скорее всего, там выйдем за 3700, да, и за миллион, да, прибавки. Наряду, интересно, что наряду с рекордным урожаем цены на бобы на старте этого сезона гораздо выше по сравнению с прошлым. Я вот сделал такой небольшой график, и здесь видно, что вот если в сентябре прошлого года мы покупали сою, вот, 34 плюс по 37 рублей, то в начале этого мы ее уже покупали по 42,8, то есть прибавка 5,8 рубля на килограмме. Рекорд пока мы видим в октябре, то есть прибавка стояла 7,5 рублей на килограмме. Это говорит о том, что соевые бобы с высоким протеином являются ликвидными. А с низким протеином соя, наоборот, является неликвидной, да, ее очень много. Основные переработчики гонятся за высоким протеином. Поэтому в данный момент спред между высокой и низкой соей составляет до 8 рублей за килограмм. То есть многие поставили цены заградительные. Вот, такой протеин не нужен вообще. Поэтому я хотел некоторые сказать пожелания сельхозтоваропроизводителям сои. Это первое, фокусироваться на производстве высокопротеиновой сои, потому что разница между высоким протеином и низким будет увеличиваться. Как вот сказал Дмитрий, что непонятно, что будет с соей с низкой, да, то есть продавать низкопротеиновый шрот тоже так себе история, да, его потребителей мало, поэтому мы увидим в конце сезона, и, скорее всего, мы перейдем в новый сезон с большими остатками, но низкопротеиновой сои, потому что лично мы в этом году не покупали с рынка низкую сою, то есть покупали высокую, поэтому и будем это делать дальше. Также хотел пожелать, чтобы обращали внимание на содержание жира в сое. А в данный момент мы не премируем за это, но просматриваем вариант в следующем сезоне разработать какую-то градацию по премиям за каждый процент жира в сое, да, потому что это тоже нам выгодно. Сейчас мы это прорабатываем вопрос вместе с нашими технологами с МЭЗа, и, скорее всего, мы это реализуем. В принципе, у меня все. Хотел всем пожелать хорошего дня и сеять больше сои. Дмитрий, спасибо. Возвращайте кликер. И группа компаний «Содружество». Алексей, поделитесь тоже, пожалуйста, какой сезон был для вас. Поделитесь комментариями с нашими коллегами. Добрый день. Спасибо за то, что пригласили, предоставили возможность рассказать нам, поделиться нашими новостями, тем, что происходит. Я кратко тогда расскажу, что у нас, ну, вообще, какая история с соей в этом сезоне, как мы покупаем, что мы покупаем, на что мы обращаем внимание, вот, и, в общем, что вообще происходит на рынке. Вот, ну, в двух словах о нашей группе. У нас большой завод в Калининградской области, куда мы завозим не только российскую сою железнодорожным и морским транспортом. Мы в этом году апробируем новые пути доставки через Санкт-Петербург. Вот, но туда же поступает импортное сырье, которое мы там перерабатываем.
У нас запустилась в феврале 2023 года вторая очередь завода в Курске, Курский агротерминал. То есть сейчас там два завода, которые, если будут одновременно работать на сое, они могут перерабатывать 6 тысяч тонн бобов в сутки. У нас есть завод в Белоруссии, в городе Сморгонь. Он перерабатывает 2 тысячи тонн бобов. Но он в основном у нас перерабатывает другие культуры. Но время от времени мы перерабатываем там и соевые бобы. Вот. И в августе этого года мы заложили камень в Амурской области. Мы планируем там к 2026 году запустить еще один наш массоэкстракционный завод, который будет работать на соевых бобах, либо на рапсе. То есть это, по сути, еще один миллионник. То есть 3 тысячи тонн в сутки в бобах, 2,5 тысячи тонн в рапсе. Вот. И всем большое спасибо за то, что вы позволяете нам загружать наши мощности. В прошлом году была тяжелая, длительная уборка с плохой погодой. Вы с честью вышли из этой ситуации. В этом году немножко легче погодные условия с точки зрения уборки, но там есть свои проблемы. Вот. В прошлом году мы купили в России больше 1 000 000 тонн, 1 200 000 с лишним тысяч тонн бобов. Для нас сезон — это с 1 июля по 30 июня. Вот. Но это связано с тем, что у нас там сезонность еще и по импорту определенная. Вот. И на этот год мы планируем увеличить наши закупки, довести их до 2 миллионов тонн. То есть это импортозамещение в действии. Я дальше покажу на слайде объемы импорта. Но мы единственная компания в России, которая импортирует бобы. Вот. И вот благодаря тому, что мы планируем закупать больше сои в России, мы планируем также уменьшать объемы импорта. Вот. Ну и на текущую дату я могу сказать, что очень хорошо идет реализация в Черноземье. Основной наш объем мы закупили в Центральном федеральном округе. Вот. А в Дальневосточном федеральном округе немножко темпы отстают от прошлого года, но там изменилась ситуация, потому что если в прошлом году в это время Китай был закрыт из-за пандемии, то в этом году экспорт идет. В конце декабря там поставят ледовую переправу через Амур. Вот, и из Амурской области экспорт идет более активно. И поэтому сельхозтоваропроизводители пока придерживают, ожидают более высоких цен. Вот, пока не очень активно продают. Вот, это объемы импорта, это данные Федеральной таможенной службы. Вот, то есть вы видите, что вот 2019-2020-2021 это был импорт 2 миллиона тонн бобов. А в 2021-2022 снизился объем. В прошлом сезоне мы значительно на почти 500 тысяч смогли снизить объем благодаря вам, благодаря тому, что мы закупили больше российской сои. И в этом году мы думаем, по крайней мере, в начале сезона мы предполагали, что мы сможем снизить импорт еще на 200 тысяч и довести его до там, плюс-минус 1 200 000. Это информация, которую я подготовил по данным урожая 2023 года. И что здесь есть? Для того, чтобы рассчитать нашим технологам, что они могут получить из определенного сырья, они берут три показателя. Они берут влажность, они берут протеин и они берут масличность или жир. Вот. И вот есть такая формула, вверху она показана, что если сырой, мы говорим сейчас сырой протеин, сырая масличность, а сырой протеин умножить на 100 и разделить на 100 минус влажность и минус масличность, у них должно получиться 50,4%. И в этом случае они могут быть уверены, что они получат шрот стандартного качества. То есть это 46-й сырой протеин. Вот. И здесь можно посмотреть, что вот это, конечно, предварительные очень данные. Это данные нашего завода в Калининградской области. Вот здесь совсем нет Сибири, потому что у нас просто на момент расчета не было данных по бобам из Сибири. Они еще не прибыли в Калининград. Вот. Ну вот что можно посмотреть по разным регионам. Колонка синяя – это влажность, оранжевая – масличность, серая – протеин, а желтая – это как раз вот это частное. То есть близость вот к этому заветному 54, что позволяет нам из вот этой партии бобов произвести стандартный шрот. И вот в этом году мы видим, что пока только бобы из Южного федерального округа позволяют нам достаточно беспроблемно произвести стандартный шрот. Действительно, протеин
в этом сезоне в Черноземье ниже средней. И я хочу вам показать разницу урожая 22 года и урожая 23 года. То есть вы видите, что в прошлом сезоне не только юг, но и Черноземье позволяли нам без проблем производить стандартный шрот. Ну, Поволжье, в принципе, остается примерно в одних показателях. Вот, ну, наверное, там в силу там, развития агротехнологий. Вот. И на Дальнем Востоке качество урожая среднее было лучше, выше, чем в этом году. Вот. В этом году по протеину тоже немножко содержание протеина снизилось. Но я хочу просто еще раз обратить ваше внимание, что протеин – это здорово, но только сочетание трех показателей – это влажность, протеин и масличность – это то, на что мы обращаем внимание. И помимо того, что вот о чем говорили коллеги из Черкизова, производить высокопротеиновые бобы – хотелось бы, чтобы в этих бобах также было, ну, как можно выше содержание масла, потому что, к сожалению, пока в России мы видим, что чем выше протеин, тем ниже масло. Вот. И это, в общем-то, тоже определенное препятствие в производственном процессе. Вот. Наша стандартная спецификация по качеству. Тоже мы пытаемся ограничивать минимальную влажность, потому что, ну, все заводы устроены примерно одинаково. Если влажность ниже каких-то пороговых значений, увеличиваются потери. Вот поэтому мы тоже пытаемся лимитировать закупаемое сырье по влажности. Масличность. Мы не делаем штрафов, скидок за масличность, потому что мы понимаем, что ну, раз такая соя выросла, ну что уже с ней поделаешь. То есть мы, у нас есть градация по ценам на протеин. Ну да, мы делаем, просим, скажем так, в нашем контракте мы указываем там требования по масличности минимальные, но штрафов за это нет. Сорная примесь до 3, масличная примесь не выше 12. Вот, и масличная примесь, это, к счастью, не такая большая проблема в этом году, как была в прошлом, потому что в прошлом году убирали сою с высокой влагой, агрессивно ее сушили, и в результате получалась очень высокая масличная примесь. Содержание подсолнечника до 0,5%. Тоже мы вынуждены лимитировать. Ну, я не стал вставлять слайд, но вы бы увидели, что когда подсолнечник попадает в сою, потому что соя светлый продукт, а подсолнечник темный продукт. Так вот, когда не получается отсеять в предварительной подработке подсолнечник от сои, у нас получается черное вкрапление в шроте, что очень не нравится животным, которые этот шрот потребляют. Вот, мы вынуждены были ввести в прошлом году новый показатель, который, в общем-то, всегда касался подсолнечника раньше, это кислотное число. Вот. Но кислотное число, вот оно напрямую связано с содержанием масличной примеси, потому что большое количество битых бобов давало рост кислотного числа. Вот. А кислотное число – это то, что переходит в масло. Есть определенные требования, поскольку соевое масло в России основной объем идет на экспорт, есть спецификация на экспорт, и мы вынуждены были это фосфор этот в масле и эту кислоту в масле убирать, нести дополнительные потери. Ну и для российской сои ГМО не допускается. Действительно, это не так актуально в прошлом сезоне, потому что в предыдущие сезоны мы проверяем каждую машину на заводе тест-полосками на ГМО. У нас были значительное количество отклонений в плане того, что мы светились некоторые машины из приграничных регионов, это Белгородская область, Курская область, из Южного федерального округа. Ну вот в этом году как-то этой проблемы практически нет. Вот текущий наш прайс-лист, но это вот чистая иллюстрация того, что мы сейчас готовы платить. Кстати, он уже сейчас повыше, потому что курс поменялся, потому что у нас мы вынуждены смотреть на курс доллара. Вот и сейчас рублевые цены наши немножко выросли еще. Вот. Но относительно прогнозов, вот у Сингенты был запрос того, там, как мы видим вторую половину сезона, какие будут цены. Ну, у нас нет хрустального шара, мы не можем сказать, что там в марте цена будет 44 500 с НДС, там, без НДС. Вот, поэтому мы разрабатываем... А, это вот, кстати, касательно масличной примеси. Вот, ну, наверное, это во многом еще использование семян, которые подходят для какого-то региона, да, там, для зоны производства. Но вот если, скажем, там сорт как-то не очень себя чувствует в каком-то регионе, как мне кажется, ну, это мы там, вам, наверное, лучше знать. Ну, вот у вас, получается, проблемы с недозрелыми,
бобами, а недозрелые бобы дают хлорофилл в масле. Вот. И как я уже сказал, масло у нас идет на экспорт. Вот три емкости соевого масла. С правой стороны это нормальное соевое масло, которое соответствует спецификациям, а в середине и слева это масло при переработке бобов с высоким содержанием хлорофилла, который получился из-за большого количества зеленых недозрелых бобов в масличной примеси. Вот. Ну и вот испорченные, это проблема прошлого года, микотоксины, плесневелые, поврежденные, то есть это все проблемы прошлого года. Так вот, возвращаясь к ценам, мы совместно с НТБ разрабатываем инструмент, который позволяет заключать договоры без цены, фреймовые так называемые контракты, то есть мы заключаем договор на объем, вот, а так как у нас каждый день на национальной товарной бирже проходят товарные аукционы на базисе Курск Агротерминал, ну, у сельхозтоваропроизводителя есть возможность в тот момент, когда он захочет эту цену зафиксировать, посмотреть, какая цена была на торгах, в состоявшихся торгах в этот конкретный день, и эту цену зафиксировать. Потому что, ну, все-таки мы считаем, что если есть ликвидность по этой цене, то есть это плюс-минус и является, в общем-то, рыночной ценой. То есть мы стараемся, пытаемся вот этот инструмент предложить рынку. Нам бы очень хотелось, чтобы участвовало больше сельхозтоваропроизводителей, регистрировались на бирже и участвовали в этих аукционах, потому что нам кажется, что прозрачность и понятность и предсказуемость рынка, она хороша, в общем-то, для всех, не только для переработчиков, но и для производителей. Ну и мы пытаемся опыт черноземья перенести на Дальний Восток. У нас там, поскольку тоже будет завод, вот мы тоже запустили там аукционы, чтобы каким-то образом для рынка, для сельхозтоваропроизводителей был ориентир какой-то по цене. Вот, ну вот, наверное, это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание.